Так, друзья, нам, значит, мы сначала взяли номер для курящих, потому что я курю вот на 9-м этаже. Но дело в том, что если курить, то курить это нужно в номере. И в номере такой стоит запах сигарет, что просто невозможно находиться. Поэтому мы взяли номер для некурящих. Нам дали номер на 3-м этаже, номер 310. Смотрите, друзья, вот так вот выглядит номер. Так, друзья, первое, что мы здесь видим, у нас есть... У нас есть мини-бар. В мини-баре одна баночка Пепси. Ладно, спросим, что это такое. В общем, есть полочки. Есть чайный набор. Дальше. Есть плазма, есть зеркало, есть стул, есть столик. Самое главное, ребята, смотрите, значит, есть софа для маленького ребенка. Что это означает? Смотрите, значит, мы бронировали номер категории Superior на двоих взрослых и ребенка 7 лет с размещением ребенка sharing. То есть, теоретически, он должен был спать с нами на одной кровати, вот на вот этой большой кровати. И в Эмиратах такое бывает. Значит, дальше у нас идет софа, здесь на ней будет спать у нас ребенок. Кстати, по этому вопросу отдельно расскажу. Дальше. Большая кровать, светильник, будильник, телефон, блокнотик, зеркало. Так, сейчас вечер, поэтому полноценный вид показать не получится, что у нас здесь. Так, а вид у нас получается на соседнее здание. Ну, в принципе, это не критически. Покажу я, как выглядит все это завтра, вид из окна. Дальше у нас есть ванная комната, есть большое зеркало, маленькое зеркало, мыло, значит, косметика есть, косметика, вот такая вот косметика. Есть душ, полноценная ванна, естественно, полотенечки. Дальше у нас есть шкаф. В шкафу у нас есть утюг, есть гладильная доска, тремпели, куда можно повесить одежду. Дальше. Фен есть, почему-то он отдельно в самом шкафу. И сейф, и даже веса. Чтобы вы могли себя взвесить, насколько вы типа похудеете после поездки в Эмираты, потому что с питанием как раз здесь не так-то все легко и просто. Так, какой-то пледик. Есть вот такой вот набор для чистки обуви. Защелка. Ну, естественно, освещение, которое и все электрооборудование, которое работает по наличию карточки, которая включает все это электрооборудование. Так, по чайному набору у нас есть кофе, у нас есть чай, сливки, сахар теоретически. Даже водичка есть уже налитая. В общем, это водичка, налитая нашей мамой. Кровать большая. И для меня есть кровать и пульт. В общем, друзья, эту гостиницу и так, в принципе, я знал, но реально, как бы, все, что увидел, все радует. Очень радует. Первое, что это, естественно, персонал. Здесь есть русскоговорящий консьерж, которому легко и просто можно все объяснить, попросить, все переведет, за все договориться.
Дальше. Она удобно расположена по отношению пляжа и, в принципе, променадной части. Вот сейчас нам привезли багаж. Итак, один важный момент. В гостинице Виндхам, Дубай Марина, 4 звезды. Значит, чтобы подключить вашу зарядку в розетку, вам понадобится вот такой вот переходник. Потому что здесь розетки нестандартные. Вот. Значит, где взять такой вот переходник? Смотрите, значит, первое, можно его купить просто, либо там непосредственно еще дома, либо здесь в торговом центре, либо взять на ресепшене под депозит. Депозит составляет 5 дирхам, значит, возвращается, когда выселяешься из номера и возвращаешь этот переходник. Поэтому вот такая вот штучка, друзья, которая вам понадобится здесь, чтобы подключить зарядное устройство.